Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня хочу вас познакомить с новинками, с новыми поступлениями. Во-первых, привезли огромное количество семян. Конечно же, на рассаду сеять томаты, перцы, баклажаны уже поздно, но в продаже рассада и томатов, и перцев, и баклажанов. Привезли семена однолетних цветов, которые можно сеять сразу в открытый грунт. Привезли в большом количестве пряно-ароматические травы, укроп, петрушку, салат и целый аптекарский огород можно сделать с нашими семенами. В огромном количестве свеколка, морковочка, редисочка, чтобы грядка наша с вами была урожайная. На самом деле хорошая урожайная грядка от садового центра «Северин». Что у нас еще? В большом количестве привезли картофель по уникальной цене. Перчатки. Посмотрите, какие защитить наши с вами ручки. И моя мечта. Я всегда мечтала, вот прям мечтала о перчатках для роз. Вот такие высокие перчатки. Особенно если летом мы с вами занимаемся розами и всегда вот тут царапаются руки. Также в ежевике. Вот такие удлиненные перчатки. Сейчас посмотрю, сколько стоят у нас такие перчатки для роз. 1230 рублей стоят вот из натуральной замши вот такие чудесные перчатки. Есть перчатки более дешевые, более бюджетный вариант. Есть с покрытием, вот с таким, с каучуковым. То есть очень хорошие, особенно кто любит красоту. В большом количестве привезли цветочные горшочки. Мы их уже показывали, но просто еще раз напомню, что их очень и очень много. Что еще? Мои любимые мультифлоры. Приносим с производства, приносим, приносим и приносим. Вот буквально сейчас принесли еще несколько кассет. На производстве мультифлоры много. Приезжайте, приходите, пожалуйста, посмотрите, какие красивые черенки. Очень хорошие, качественные, укорененные черенки хризантемы мультифлора. Давайте покажу. Ну, какой мы выберем с вами? Давайте выберем любой. Вот такой корень. Вот такая корневая система. Сразу пересаживайте. Вот удивительно, но из этой маленькой крохи вырастет растение буквально вот в первый сезон, оно будет у вас диаметром до метра. Сорта разные. И не буду называть названия: белые, оранжевые, розовые, красные, малиновые, бургунд, ярко-желтый, солнечный, любой цвет по вашему настроению. Можно сделать целую поляну. Как высаживать мультифлору, уже есть видео и не одно, на нашем канале в YouTube даем ссылочку. Чем раньше посадите мультифлору, тем лучше. Идеальное время для посадки – конец апреля, начало мая. Так что поторопитесь с покупкой, пока есть что выбрать. Замечательные гвоздички, многолетние гвоздики, астры, ну просто чудесные, все свеженькие, только-только с производства приехали. Сегодня погода нас ну не просто удивляет, а очень удивляет. Пробивается солнышко сквозь тучи, всю ночь шел снег. Обратите внимание, конец апреля. Смотрю и диву даюсь, пробиваются тюльпаны, начинают зацветать, а вокруг лежит снег. Хотите такое чудо покажу? Давайте! Посмотрите, какое чудо! Просыпаются маленькие тюльпанчики, и тут же лежит снег. Просыпается маленькая розочка, и тут же лежит снег. И здесь просыпаются у нас первоцветы, тюльпаны просыпаются, еще огромное количество цветов, и все это под снегом.
Парадокс, но такая у нас природа. Готовим к открытию площадку. По сути дела, частично она уже открыта. Можно приезжать, выбирать посадочный материал. Посмотрите, хвойные под снегом. А ведь только привезли, только поставили вот эту красоту. И уже все это под снегом. В большом количестве у нас плодовые растения. В комах, в контейнерах и с открытой корневой системой. Чтобы быть точным уверены, что вы покупаете не кота в мешке, а хороший посадочный материал, пойдемте, я вам покажу, что к нам поступило, какие сорта и какого качества посадочный материал. Вот здесь у нас посадочный материал в комах. Видите, уже на почках. На почках вишни, на почках черешни. И здесь у нас с вами карликовые вишни. Вишенки маленькие, низкорослые и очень с обильным, обильным урожаем. Прекрасные сорта. Кудрявая. Так, какой у нас еще есть здесь сорт? Посмотрите, какая красавица. Цена ее 700 рублей. Есть замечательная вишня. Пирамидальной кроны. Восторг. Вот действительно будем испытывать восторг. Есть чудесные сливы. Сливы алыча, колоновидные сливы. Ну, на мой взгляд, выбор здесь очень-очень хороший. Есть классические сорта яблонь, есть колоновидные, есть на карликовом подвое. То есть это растения все в комах. Посмотрите, у нас их целый ряд. Можете пройти посмотреть. И сейчас я вам покажу растения с открытой корневой системой. Пойдемте. Посмотрите, какие уже высоченные сливы. Вот у меня даже рука не достает. Вот посмотрите, у меня вверх сливы, крона. Но мне кажется, они тянутся до неба, потому что сверху еловые ветки. Но так получается красиво. Вот то, что мы разместили нашу площадку под сенью вот таких красивых многолетних деревьев. А вы знаете, когда эти деревья были посажены? Я пришла сюда работать еще комсомолкой, если кто-то помнит такую организацию. И сажали мы всей нашей комсомольской бригадой, сажали вот эти деревья. Посмотрите, какая сейчас красота здесь. Ну, я даже предположить не могла, что здесь будет наш такой чудесный садовый центр. Но опять что-то я увлеклась. И все-таки о наших плодовых деревьях. Посмотрите, какие груши, сливы, абрикосы. То есть уже сформированные, хорошие деревья. Ну, давайте мы на выбор какой-то рискну, конечно, вытащу. Здесь сотрудники постарались очень хорошо, как вы видите, все упаковано. Обратите внимание, корневая система упакована в контейнеры. Контейнеры засыпаны перепревшими опилками, пролиты водой с фитоспорином, чтобы никакую инфекцию вы в свой сад не принесли. Растения все соответствуют ГОСТам и стандартам, которые, кстати, введены с этого года. На наше удивление, самый ранний просыпается крыжовник. И вот он у нас уже на площадке. Вот он у нас зеленеет в сортах, чудесный крыжовник. Посмотрите, он уже просится, сажайте меня быстрей. Сейчас я вам покажу еще какой у нас зеленый хороший крыжовник. Посмотрите, какие у нас чудесные крыжовники. Малахит, русский желтый, крыжовник консул. Очень большой выбор крыжовников. Очень медовый, кстати, чудесный. Пусть он шиповатый, но очень вкусная ягода. Выбор сортов прекрасный. Растения посажены в контейнеры объемом 3 литра. То есть растения уже вегетируют. Их нужно сажать. Вот прямо сейчас сойдет снег, и мы с вами будем сажать. Впереди майские праздники. Мы работаем без выходных, без перерыва на обед. Один-единственный выходной день мы сделали, это 2 мая. Светлый праздник Пасхи, мы отдыхаем все. Все остальные дни с 9 до 19 мы вас ждем.
Теперь показываю вам, какие у нас чудесные абрикосы. Посмотрите, какие уже хорошие взрослые деревья. Вот стою и думаю, с какого же все-таки растения-то начать, чей корень вам показать. Ну вот один здесь с наклоном, давайте вытащу все-таки один абрикос. Ох ты, он даже не выходит. Но ради вас, мои дорогие, я постараюсь это сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну вот прям корневая система не вылезает, давайте портить уже не буду. Вы видите, какая корневая система мощная, он даже не вылезает оттуда. Вот понятно, что хранится правильно во влажном субстрате с опилками. Все-таки уберу обратно, потому что жалко вот деревья, чтобы корни не пересохли. Растения уже двулетние. Посмотрите, какие шикарные. Хотя производитель написал двулетние, мне кажется, это вообще 3-4-летки. Ну просто чудесные абрикосы. Какой же это сорт? Сейчас посмотрю. Абрикос. Абрикос, новый чудесный сорт, графиня. И название какое, графский сад будем создавать. Графиня, выбор очень и очень большой. Я уверена, что придя в наш садовый центр, вы не уйдете без покупки. Обязательно сделайте свой сад красивым, с богатым урожаем. А я говорю вам, до новых встреч, до свидания. Ждем вас в нашем садовом центре «Северин».